Другой тип специальных методов – это деструкторы. Деструкторы – это методы, которые вызываются при удалении экземпляров структур. По умолчанию эти методы генерируются компилятором, однако мы можем их переопределить. Например, если мы пишем структуру, которая хранит информацию о массиве, размер массива и указатель на непосредственно динамический массив, то в конструкторе данной структуры мы можем создавать массив, то есть мы инициализируем поле size и инициализируем поле data, выделяя под него динамический массив размера size. А в деструкторе имя деструктора похоже на имя конструктора, то есть на имя структуры, но начинается со знака тильда. В деструкторе мы удалим динамическую память, выделенную в конструкторе. Таким образом, мы при создании экземпляра структуры выделяем память, а при удалении эта память автоматически освобождается. Деструктор может быть только один, и он никогда не имеет параметров. То есть это метод, который вызывается всегда автоматически при удалении экземпляра структуры.